Первый раз в усадьбе Захарова Пушкинский день отпраздновали в 1970 году. Тогда гостей можно было пересчитать по пальцам, но с каждым годом количество посетителей росло в геометрической прогрессии. Организаторы удивляли каждый раз: викторины и конкурсы, чаепития и гуляния. Первое воскресенье июня по праву принадлежит поэту. В прошлом году 220-летний юбилей посетили свыше 15 тысяч человек. У лукоморья дуб зеленый, золотая цепь на дубе том. И днем, и ночью кот ученый все ходит по цепи кругом. В этом году организаторам пришлось отказаться от традиционного праздника с народными гуляниями в усадьбе Захарова. Теперь присоединиться можно онлайн. А эта форма, как известно, стирает границы. К работе подключились все культурные учреждения округа. И библиотеки, и дома культуры, и музыкальные школы, и школы искусств, и наши замечательные парки. День будет очень насыщенным. 6 числа, в день рождения Александра Сергеевича Пушкина, нас ожидает большой пушкинский марафон на YouTube-канале Комитета по культуре Одинцовского городского округа, где свою работу представят все учреждения культуры Одинцовского городского округа, и будет представлен спектр всех направлений творчества и искусства, посвященного Александру Сергеевичу Пушкину. Организаторы уверяют, день рождения поэта не ограничится программой только выходного дня. Его продолжат и на следующей неделе. Конкурсы «Пушкин глазами детей», викторина «Сказки во все времена», музыкальная гостиная, мастер-классы на любой вкус. А чтобы за компьютером было не только интересно, но и вкусно, администрация парка «Раздолье» решила научить печь красные блины, которые так любил Александр Сергеевич Пушкин. Делали блины универсальными, так как чтобы они подходили абсолютно к разной начинке. Так вот, блины Пушкин любил с вареньем из крыжовника. На первый взгляд, обычный рецепт, который знают все хозяйки. Мука, молоко, два яйца, топленое масло, сахар, соль и дрожжи. Но весь секрет именно в цвете блинов. Это сейчас на прилавках можно найти любой краситель. А во времена поэта хозяйки использовали только природные. Перетертая вареная свекла придаст выпечке неповторимый оттенок. Чаепитие готово. Снимаю маски. Социальная дистанция соблюдена. Блины красивые, пушкинские у нас готовы. Хоть в нашу жизнь внесены коррективы, и мы не можем отметить день рождения Пушкина, как хотелось бы, все вместе, но это возможно сделать через онлайн. Но не только полезно, но еще и вкусно. Попробуйте испечь такие блины дома, вам обязательно понравится. А блины отведали Василиса Ивашкина, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».